Подложные номера позволяют автомобилистам уходить от штрафов ГИБДД. Такое нарушение может стоить водительских прав, но автомобилистов это не смущает. Чтобы обмануть камеры, они устанавливают несуществующие ГАС-номера или ездят на автомобилях с прекращенной регистрацией. В итоге водители накапливают сотни нарушений, но выписывать постановление оказывается не на кого. О такой проблеме заявили в департаменте транспорта Москвы после громкого ДТП с участием Эдварда Билла, машина которого до столкновения превысила скорость 566 раз. Оказалось, что при таком количестве фиксаций на автомобиль не оформляли штрафы за нарушения, поскольку в январе 2021 года машину сняли с учета. За первые несколько месяцев этого года камеры фиксировали автомобиль за превышение скорости, в том числе на 60-80 км в час и на 80 км в час. Более ранние фиксации хранят данные о езде более чем на 100 км в час быстрее допустимых лимитов. Таких лютых нарушителей очень много, хотя проблема решается в два счета, достаточно дописать несколько строк к коду, чтобы фильтровать и создавать отдельную базу водителей, которые, например, нарушают раз в сутки или 100 раз в месяц. Даже если номер по базе не определяется, в любом случае его передвижение легко отследить, если поставить такую задачу.